Внимание, интернет, внимание, канал, подписчики. Мужики, вот верите, нет? Вот эта вот машинёшка, троечка, она с какого? 76-го года. Вот хозяева, это мои коллеги. Они выпускники Казанского авиационного института, так приятно с ними общаться. Сегодня вот в обед сообщили, дядя Нейн, мы приедем к вам. Я говорю, а зачем? Чё? Воскресенье сегодня, колотун такой. Вот. И они, значит, изъявили желание, тоже как Рафис, немножечко там накуролесили, поехали в другую сторону. Но потом все-таки решили, куда ехать. Все, молодцы. Мужики, я вот знакомлюсь с троечкой. Не битая, не крашеная машина. Ну, как с конвейера сошла. Рома Грудинин, к тебе тоже обращаюсь. Смотрите, какая прелесть. Смотрите. Не царапинка на ней. Ну, она, видать, где-то все-таки есть у ней гниль. Вон, я вижу. Но не гниль, а ржавчина пошла. Но в отличном состоянии, мужики. Она что, в холодильнике, что ли, стояла или что? В гараже проветрим. В гараже проветрим, да? Мужики, смотрите, какой салон. Мягенький, кожаный. Ну, обалдеть можно, а? Ах ты, прелесть какая. Обалдеть можно, а? Смотрите, мужики. Хрустит и пахнет кожей. Смотрите, тут... Это какой у них? Урал, что ли, магнитофон-то? Нет, родная былина. А, былина, да, это... Обалдеть, да, можно. Обалдеть можно, а, смотри-ка. А первый факультет, ребят, какая специальность? У меня сын закончил в 4-м году. Первый факультет. У меня есть. Смотри-ка. Отец, я и сын, три поколения свои закончили. Прелесть какая, а. Отец второй факультет. Я 7-й факультет. А сына вот эта автомобильная специальность на первом. Потом 7-й раз, ребят, пчелы перевели. Обалдеть можно. Ребят, вот они приехали ко мне на ремонт, а я открыл капот. Мужики, верите, нет? Там все родное стоит. Стоит 0,6 карбюратор. Выбор. Смотрите, даже бегунок и то родной. Я хотел в него... У него там этот сгорел бегунок. Смотрите, искал. Дворники в СССР, СССР сделаны. Все, от Грудинина не хватает, пачка Беломор должна была. Да-да-да, нет, у них пачка была какая-то другая. Обалдеть. Мужики, смотрите, как любовно все сделано. Ну, это вот руки, у них есть, конечно, другая машина у каждого, но это так для души, видать. Вот еще даже вот этот вот материал, сделанный в СССР. В СССР все сделано. Да, в СССР. Смотри-ка. Я стал замерять угол замкнутого. Идеально. Стал мерить угол опережения. Закройте там, а? Идеально. Провода, ребят, смотрите, красные. А вот давайте вот так вот. Не-не-не, она не встала. Встала. Да, поставьте. Вот теперь встала. Угу. По 1 кОм провода, то есть хорошие. Обалдеть можно. Смотрите, какая прелесть. Третий мотор у Грудинина. Там в Америке у него 11-й мотор. Ну, здесь, конечно, идеальное состояние. Ну и что, вот я не знаю, жалко ребят. Они приехали, ну что ему, дуть буду карбюратор, обманывать их. Смотрите, 6-й Вебер стоит. Неубиваемый. Практически неубиваемый спорт. Спорт. Вообще обалденная, конечно, машинка. А я сел, она даже не гремит нигде, ничего не шелохнется в ней. Мотор. Заведите, ребят, мотор. Заведите. Жень, заведи машину. Хороший ровный гул мотора. Ничего не стучит, звонких стуков нет. Глушитель в порядке. Ну, глушитель-то меняй, наверное. Полностью, да? Куда мне резонатор? А, понятно. Жень,
Ну, что я тебе скажу, вот, дорогой мой, вот приехали, 250 верст отлетели. Ну, таким пацанам 250 верст не крюк, поэтому можно и прокатиться. Жень, ну, я не знаю, ну, вот, единственное, что я могу вам помочь, это выложить ваш ролик на свой канал, показать народу, что есть такие умельцы, что есть такие хозяева, такие скрупулезные, которые любят свою машину, технику любят. Вот так, наверное, да? Не будешь зимой на ней ездить, и она еще 10 лет будет в таком состоянии. После первой зимы она вся зацветет. Металл устал уже. Это есть такое, да? Зимой в гараже стоит? На зимней спешке. Проветриваем. Не ставим, даже не проветриваем, но сухую не поставим. Вот пока сейчас наступает, они не пойдут, а подождем. Покатался, сухую поставим правильно. Ладно, мужики, всего доброго. Ютуб, интернет. С вами такие были парни, орлы. И Наиль Борошин. Вот такую красивую вам тачку показал. Всем всего доброго, до новых встреч.